Поехали. Диван против KDF. KDF, ты тут 3-0. Бахнули Кейти Роллстер, бахнули две ботом-тир команды. Липер, ютубер все еще на месте. Бульдог, восходящая суперзвезда мидлейна, тоже тут. И сегодня новый тайтл. Ютубер против чемпионов мира у нас получается, потому что Тиван выиграли дипласов. Ну, дам две версии событий. Для ультрафанатов Тиван, которые не принимают, что Тиван могут играть плохо, Тиван жестко разъебали дипласов без шансов, переиграли их полностью на скилле. Нам по макро были просто на две головы сильнее. И даю свое реальное мнение, но дипласы просто жестко заинтили серию. Первой карте этот флеш Кингена, где там подставляется... Люсит. Вторая карта. 5 ренджей драфт. Ну, камон. Ну, камон. Две версии дал, если что, чтобы вот для всех комментаторов на ютубе было комфортно. Рамбл Сена в бане. Минус Ксанте. Минус Скарнер. Минус Джакс. 3 бана в Дуду? 4 бана в топ суммарно? За что Дуду так? За что? Ангел. Ну, как будто Рейл в корке из Реаля не очень комфортно играть будет. Видимо, Наут. Рейл хочешь все-таки? Блин, просто типа... Ну, корки из Реаля скейпит довольно легко Рейл, как будто, нет? Хотя Рейл в целом просто сейчас как будто посильнее. Наут немножко подупал. Бром? Бром норм. Бром норм здесь. Но все-таки Ангел и Рейл забирают. Ну, слушайте, у нас два прям таких очень плотных драфта. Три ренджа у Тиван, сильная довольно лайнфаза должна быть. Хотя, с другой стороны, Тристана Прио забирает на миде точно. На топе Гнарчик будет подушивать на боте. На боте Эрли Прайя на самом деле Киев должны забирать. Леона тоже левел 1, как и Алистар, не особый персонаж. Эрли в целом хороший квандонгов должен быть. Бутсайде для Бульдога, Липера все комфортно. Супер важные пики для них, для Бульдога, для Липера, по сути, лучшие герои достались. Типа драфт для квандонгов максимально удобный, чтобы эту игру выигрывать. У Тиван чуть-чуть паук, есть рейндж из Реаля корки, чтобы издалека там как-то дамажить, не подставляться особо, нормальный фронтлейн, хороший энгейдж. Здесь два сильных тимфайт драфта. При этом, мне кажется, скейл получше у KDF, и при этом и лайнфаза как будто тоже получше. Я типа небольшой адвентаж в сторону драфта KDF дам. Кирия, ешь вперед, Прио забрали, кстати, Тиман на боте. Но Керри в итоге по лицу наполучал. Так, бульдог. В этот раз Фейкер решил левел 1 у нас не улынить. Тристану выводы сделаны, так сказать. Больше левел 1 мы не деремся с Тристаной. До конца. Так. Он разобрал все 4 кемпа. Заходит Каз в джангл. Каз, кстати, по таймингам просел. Онер со смайтом, Каз тоже. Онер. Кто-то смайтит? Смайтит Каз, хорошо. По Онеру разворачивается, там бульдог первый мувается. Фейкер все еще на миде. Фейкер, хеллоу, прием. Онер выходит, отдает флеш. И в итоге это просто в минус Тиван. Да, краб забрали, отдали при этом флеш Онера. Так, Дуду, кстати, не самый удачный трейд. Вообще Зиус ультанет. Ой, больно. Дуду. 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 Губитель миров пошел. Дуду. Кушечка раз. Кушечка два. Тут Ангел еще на подходе был. Ну, нормально, кстати, Дуду в итоге затрейдился. Да, Фелимидио то же самое. А сейчас мета только есть саппортов, поэтому Эфелиус не очень комфортно себя в этом мете чувствует. Так, Дуду, кстати, умереть сейчас может. Там Онер в кустах или кто? Онер и колется. Ой, это сегодня Онер. Дунер и колется. Онер. Онер. Ну, ну да, типа инфовижена не было, видимо, боялись, что Макай может быть. Иван потихонечку продолжает подушить. Вот там плюс 10 гума. Плюс 10 и Фейкер тоже на миде, и плюс 20 на топе. Зиус пока по миньончикам просто. Тиван на косарь вперед вышли. Так, поймали Каза. Отдали в него два ультимейта. Каза шотнули. Хорошо. Просто в три ульты съели. Так, бульдог. Ой, бульдог. Отдает ультимейт. Фейкер подушивает. Онер. О, Онер. И у бульдога еще одна вешка есть. Нормально, бульдог вышел. Да, 2000 почти преимущество просто слайм-фазы у Тиван. Пока KDF вообще ничего не могут. И ничего не делают особо. Унер опять через бот играет, просто он выйдет. Унер.
Так. Здесь каста далеко. Сыпанули Ангела. Флэшаут. Ангел живет. Липпер, но урона пока нету Зери здесь. Вышли, но это тур для Тиван. И Кидев вообще никак не отвечают. Они просто дают тур. Я не понимаю, у каждой команды сейчас почти фулл АД. Как так? Но смотри, у тебя... Так, Ангел. Ну, вышка на топе забирает Кидев. Ангел... Он без США, кстати. Ой, слушайте, Ангел-то умрет. Бля, на ровном месте просто заинтили. Бля, еще и бульдог сейчас умрет. Там гумы мувается первый, у них нет урона. Кидев, что вы делаете сегодня? О, пиво вообще лютое. Бульдог вышку хочет добить. Кас выйдет? Ну, Кас, кстати, может и выйдет отсюда. Дуду, один, два человека от Тиван. Дуду, хорошая кушка была по двоим. Поживет пока Дуду. По фейкеру играет, больно. Дуду, еще кушка сейчас будет. Дуду выбивает флеш из донера. Там Липпер бежит. Липпер может попробовать флипнуть это. Ну-ка, Липпер. Бля, мид-турет надо дефать, они не могут. Да, мид-турет надо дефать. Пока вообще полностью Кидев по карте проигрывает, ничего не находит. Вышка на топе еще Зиву забирает. Рейтинг соло драконов. Да не, ну какие-то там... Это все очень условные, тоже от сетапов больше зависит, но в целом, так или иначе, они все плюс-минус одинаковые. Типа, если у тебя соло-дракон. Ты забираешь дракона не потому, что ты такой, о, морской, вот этого я заберу, а вот сейчас воздушный, его я забирать не буду. Забираешь дракона, чтобы выйти в душу. Дуду больно. Дуду? Блядь, ну просто по туртам законтролили. Дуду. Так, бульдог. Зиус выходит. Ангел нормально, кстати, могут что-то Кидев здесь найти, но там на мите с Герольдом пушит Тиван. Может быть, Керри смог забрать. У Керри, правда, еще флеш есть. Ну не, ладно, Керри не выходит. Керри попробует как-то разменяться. Ангел танчит турет, Ангел. Блять, Ангел, Керри ебет. Там Т2 падает. Ой, блядь, там вообще просто кошмар. Трон горит. Т2 упала на топе, Т2 упала на миде. Все это за 2 килла и за одну вышку на боте. Сколько же денег Тиван сейчас получили? Плюс 5000 просто улетели. Но Тиван по карте просто ебут квандонгов. Квандонги вообще ничего не могут сделать. Тиван просто быстрее, инициативнее. Они всегда находят лучшие размены на карте. Кидев просто теряются, вообще не успевают ни зачем. Но у Дуду огромные проблемы. На сайде там Зиус с трифорсом, со стероком, с ботинками. Пиздец, Дуду только по туру это может принимать. Так, Липпер. Но урона пока не очень много, хотя по конеру нормально скинулись. Ой, там Фейкер что задел? Фейкер, ты опять интишь? Фейкер? Он убил Рейл, но это 2 килла для Кидев. Куда прилетел? Прям в середину вражеской команды. Фейкер. Фейкер, Фейкер. Инплеймейкер. Так, Дуду. Ой, Дуду. Флэш есть. Зиус без США. Дуду не доджит дом. Дуду подстанил его Зиус. Дуду отдает ультимейт. Окей, подхилился расколотого неба. Ну, даже флеш не отдал, нормально. Драконы стартуют Кидев, забрали позицию. Там саплинги раскидываются казом потихонечку. Пол какой-то будет. Драконы делают дальше Кидев. У нас инфернальная душа может быть. Драконы забрали Кидев. Так, ульта унера, хорошо, бульдог выходит на вэшке, пошли корни в ответ, по унеру настреляли. Липпер, гума, минус клинс, Керри летит дальше в каза, Керри не уверен, что это нужно было делать, пошел ультимейт от Липпера, там в спине будет гнар, гнар каза забирает, но Керри тоже падает, унер убивает, и временем бульдог, унер живет пока, по фейкеру скидывается, отдает ультимейт, унер, хорошо, бульдог дофлешивается, забирает еще одно убийство. Два в одного файт в пользу Кидев, бульдог, по гуме стреляет, бульдог, выходит. Бульдог очень много делает в драках. Кидев выиграли файт. Ангел еще при этом не нашел энгейдж, у него флеш ульт остался, он не мог никого дочейзить. Так, 3К преимущество Тиван. 2-0-3 с ЛДРом. Ангел ищет энгейдж какой-то, подзонили.
Но на шо расстартить пока кидев не могут. Ну что-то Тиван вообще вторым номером фул начали играть. Ой, как больно. ЛДР сейчас будет еще и у Бульдога. По-моему, кидев перескелили уже. С Зери Тристаной. Они хотят начать на Шора. Они хотят файт. Плюс выбить телепорта Зиуса, у Доту телепорта нет. На Шор быстрый. Зери Тристана, опять-таки. Пока делают, пока делают. Зиус ищет ТП. Идет ТП, пошли корни. 3К, надо финишить, кидев на Шора забирают. Кидев на Шора забрали. И выйти. Доду отдает ультимейт, тройка сверху вышла, Доду вышел, Ангела дает просто жертвовать собой. Да, на Шор для Квандонгов. Кидев просто дождались своей слоты. И начали от своих пауэрспайков играть. Блин, мне на самом деле нравится, что у Киев прям... Вот если мы сравним с ботом тир-командами, либо с дамбонами, например, когда они против Тиван играли, ну, у Киев прям поставленная игра. Типа, они очень хорошо играют именно от объектов, когда вот на шоров каких-то еще что-то. Они очень уверены в себе и понимают, что они делают. Да, дисциплинированно играют. Во-во-во, они дисциплинированно играют. Но заберут, может быть, Т2 на миде. Куда вы идете все в топ? Не хотят Зиуса закрыть? Блять, ну... Вот сейчас Кидев, я не понимаю, что делает. Зиус просто бегает, они тратят своего на Шора. Там на боте пушит фейкер, его ведет отпушивать хотя бы Бульдог. Бля, Зиус. Зиус? США играет касс, окей, все. Или? Так, Бульдога давит. О, Бульдог умер. Или? No way. Бульдог. What the fuck? Но они Т2 все равно теряют. Они могли Т2 на миде там забрать. В итоге Т2 сами потеряли, убили Зиуса. У них барон пауэрплей минус 100. 30 секунд до... Окей, это дракон третий для Кидев. Они убили Зиуса, они третьего дракона заберут. Если забирают соло, то ГГ. Ну, не прям чтобы точно ГГ, но вероятно. Так, Керрия, тут корни идут. Подрутали, Керри умер. Там на шор 10. О, Керрия, бля, ебать ты встрял. Он хотел вижен какой-то дропнуть. Хоть какой-то, видите, вардик оставил. Он хотел перед на шором вижен хоть какой-то найти. Это фри на шор. Это фри на шор. Кидев. Как же они удивляют пока. 3К. Все, на шор разобрали, Кидев. Минута 30 до души. Но они должны собрать Т2 на миде. И Дуду должен протолкать бот до Т2. Забрать вижен во вражеском лесу. И они могут просто не пустить на Шора. Они сейчас насрут саплингами. У них макай с ультимейтом. Они просто не пустят дракона вообще никак, Тиван. По идее. У них очень сильный сетап объектов. Так, ну вот, Кидев отжимает немножко позицию. Саплингов накидали. Дуду на фланге. Ой, Дуду, хороший фланг, Дуду. Отдают ультимейт Леона, Тиван. Играют под Дуду. Дуду вышел, дракон падает. Дракона забрали. Все, сол для Кидев. Infernal Soul для Кидиев, под Дерри, под Тристану, под Макая с Леандри. О-о-о. Но эта игра почти закончилась. Я не знаю, Тиван только чудо спасет уже в этой карте. Их перескейлили в салат. Окей, живет пока. Там на боте Керрия вместе с Диусом. Они хотят попробовать убить Дуду. Ну, как, по крайней мере, Керри дропнул вижен для Зиуса. Так, Дуду пришел, да, Керри идет на Дуду. Дуду на флеш. Ешка, Керрия, законтролил. Зиус, стан раз, стан два. Сейчас будет расколото небо, прок раз, бам, поехали, Дуду двоих ебет. На, нахуй. У вас нет урона, ребятули. И там три стороны упало, это ГГ. Это ГГ. Блять, Дуду просто достал свою Дуду. Пошли корни. Т4 первая падает. Либера дает ультимейт. Вторая Т4 тоже падает. Полетели, взяли гуму. Гума дает клинс. Т4. Ой, подождите, опасно, кстати. Либер очень плохо вместе с бульдогом. Законтролили гуму. Гума умер. Дуду. Так, Либер. Либер живет. Да нет, все, они эндят, они эндят, они эндят. Ебать, Ангел вообще не верят. Кидев выигрывает первую карту Тиван. Вау, браво, браво, Кидев. Как же они аккуратно и дисциплинированно играют. Просто наслаждение.
Липпер, ютубер. Если что, напоминаю. Первый его год в LCK, он ютубер. Рассматривается дело T1. Суд встречает иск от рассерженной фанбазы T1. Тема нашего сегодняшнего заседания: кого необходимо менять в составе T1. Пожалуйста, господа обвинители, ваши варианты. Олега меняем. Олега на онера говорит no main. Гуму на липера. Меняем Гуму. Гуму определенно. Всех. Меняем фейкера. Менять фанбазу. Гуму и Олежу. Фанбазу меняем. Фейкера. Всех. По очереди. Порядок. Порядок в зале сюда. Порядок. Порядок. Поддерживаем порядок, пожалуйста. Не шу... По одному. Не шумим. Спокойно. Какие еще будут ваши аргументы? Порядок, порядок в зале сюда, порядок. Гуму на другого родственника фейкера. Оставить состав, урезать состав, пересадить на диету. Зевса на смурфа. Хорошо, мы выслушали аргументы обвинения. Просим, пожалуйста, адвокатов стороны защиты. Почему мы никого не должны не менять? Пожалуйста, приведите ваши аргументы. Защита предлагает сменить лого у Джинджи на Тива. Нужно менять психолога. Кикфейкер минус деньги. Тоже хороший вариант. Мы не можем менять фейкера, потому что он совладелец, плюс их додосит. Додос уже закончен. Этот аргумент признан недействительным. Как же фейкер ебет. Иван просто тренирует камбэки. Это уже копиум, это уже не аргумент. Кирия Мила, его не трогаем. Есть вариант сменить адвокатов. Пожалуйста, у нас их много в чате, у нас их много. Менять мету на Тиван. Виноваты риоты. Опа, вот она, новая версия. Новая версия появляется. Додотс был, эхо до сих пор отдает. Так, мы выслушали обе стороны обвинения и защиты. Рассматривается дело о заменах T1. Суд переходит к вердикту. Тишина в зале сюда. Суд провел рассмотрение дела обвинителя фанбазы T1 и обвиняемого игроков T1. Суд приходит к заключению, что пока замены команде не нужны, были приведены хорошие аргументы со стороны защиты о том, что команде может не очень хорошо подходить мета. Также был приведен отличный аргумент о том, что команда потихонечку обычно разгоняется ближе к концу года и на чемпионатах мира показывает хороший результат. Также были приведены доказательства того, что так или иначе команда была подвержена в предыдущее время додосу и, возможно, находится не в своей оптимальной форме. Вердикт наш таков. Весь чат получает 10 минут административного ареста. Игроки T1 получают вместо 30% денег за скин на аре для фейкера, получают 50% прибыли со скина для всей команды. В заключении хотелось бы сказать. T1 Fighting. С детства за T1. Суд окончен.
Вторая карта. KDF против T1. Решение суда состав остался тот же самый. T1 на синий, опять KDF на красный. С Зери бан блипера просто в первой ротации. На. Респект his name. Респект his fucking name. О, фейкер на Арии. Это... Скин будет? Скин будет? Скин будет? Скин будет? Скин будет? Скин будет? Это что, тайтл на обложку? Фейкер на Арии. Ой-ой-ой, интрига. Интрига. Он со скинами, блин, не играет. Виего для Онера. По три сетов играть. Так, ну чё, Ангел, наут? Корки наут бот. Бля, ну урона маловато у драфта KDF, на самом деле. Я, честно, чуть больше, наверное, драфтиван. Талия неприятная очень для Ари Калисты в целом. Три танка у KDF. Вообще, три танка у KDF против левого бурста в теории, может быть, и могут справляться. Но корки Талии не очень надежные источники урона. Это не, у них нету прям жесткого лейт-гейм кири. Вообще, и у Тиван тоже нету жесткого скейла. Тут прям мид-гейм заруба, тут прям пизделовка будет в подворотне. Это Талия бот. Липер на Талии. Это Талия в Калисту с наутом. Это к это еще лучше. Вот это заебись вам. Блять, ебать KDF кукинг. Это лютый кукинг. Калиста Талия. Это кайф. И корки чилит в Арии. CVMAX гений. Если они 2-0 закроют, CVMAX гений. Так, ладно. Скин на Арии. Внимание. Фейкер. Но пикни. Но пикни. Фейкер забыл скин взять, а не ремейкует лобби, чтобы реклама скина была. Ремейкует лобби, чтобы фейкер скин взял. Он по привычке просто забыл. Там сразу позвонили из офиса. Алло, Фейкер, ты 30% денег своих хочешь, блядь? Скин возьми. Так. Внимание. Он обычно в скине. Сучок. Блять, респект. Респект, Фейкер. Респект. Он стоит на своем. Даже несмотря, что выпустили его скин. Он все равно не прогнулся и играет на дефолтной арии, как и всегда. Респект. Последняя Талия была в 2019 году от Гриффин Вайпера, когда там был CVMAX. В финале LCK, где они три раза подряд играли Талия Пантеон. Блять, вот это, конечно, да. Вот это история. Это смешно. Это смешно. CVMAX спустя 5 лет. Драфтит Талию на бот. Могут посмотреть здесь на Бульдога. Чарм, США Фейкер, хорошо. Бульдог, есть Валькирия, но умирает. С редбафф отыграет. Первая кровь для T1. Фейкер показывает, почему он выбрал именно Ари для своего скина. Керев, Шульт. Ой, хорошо. Липера убили. Есть ресет для Онера. Ангел отдал флеш. Хорошая вешечка для Онера. Найс. Два килла на боте для T1. Пахнет третьей картой. 3-0 Виего. Зиус ультанул Дуду. Подходит Кас сюда. Дуду. Хорошая ульта, кстати, по Зиусу. Зиус умер. Но это, по сути, целый килл от Дуду. Там Кас цепанул ультой в самом конце, но это соло килл от Дуду на Зиусе сейчас был. 3-0 Виего. Проблема для KDF. Минус 20... Ну, вообще могло быть и хуже на боте. Минус 20, то, что Натали, который вряд ли его супер-супер комфорт. Я думаю, нормас. Почему Касс игнорит ботлейн, а он там ничего не сделает особо сейчас.
Там так, там типа уже первые слоты появились у Тиван. Так что он пытается хотя бы кроссмапить, у них будет сильный Ксанте. Ксанте справедливости ради, это тоже убивать довольно тяжело, может быть. Здесь Онер, правда. Так, пошли телепорты. Зиуса могут убить, Зиуса Шаут. По Онеру уже вернулись. Ой, Онер стрик. Онера убили. Еще. Ой, бля, еще Талия прилетела, Липер. Ван Дунги, 2 килла находит, по золоту почти сравниваются. Какой плей шикарный. Керия. Есть флешоль, но здесь уже не сыграть. EDF. Телепорт Алии юзанули. Тиван забыли про дабл ТП. Вообще, походу, не подумали. Липер немножко зонят. Зьюз без телепорта приходит сюда к команде. Дуду будет забирать вышку. У него 4 пластины. Ой, 4 личинки. Чар мимо от фейкера. Да, Дуду забирает первый крюк вышки на топе. Тиван выставляет Герольда на мид. Но Герольд вряд ли вышку здесь заберет. Ой, слушайте, он не ударит даже. Ебать, хорошо, KDF. Бульдог вышел. Дуду отдал телепорт, и теперь KDF начинает дракона, забрав вышку на топе. И не дав стукнуть Герольда. Очень плохо для Тиван пока. И вот вы там пошел фейкер первый мувается. Так, Дуду. Где все-таки респектит. Мидвейв надо опять-таки принять. Танцы вокруг дракона продолжаются. Гом запушил мидпачку. Также мидпачку сейчас запушит Липер. И, ну, Тиван пройти никуда не могут, да. Но и KDF тоже особо стартануть не могут. Так, ну вот стартанули. Там в спине будет фейкер. Ангел ждет фейсчек фейкера. Ой, Ангел, хорошо может быть, Ангел. Хук, поймали фейкера, Ангел, блять, как же это умом было сыграно. Фейкер выходит. Керри нашел флешульт, Липер выфлешил. Дуда там выигрывает время, ультанул пока Калисту. Убили уже Керрию. Гума сейчас тоже умрет. Ёбаный сыр, Тиван сейчас 0-2 отлетят от квандонгов. Зиус пытается выйти, Зиус умирает. KDF, минус 3, трипл килл для Дуду, минус 4. Квандонги! Сиви Макс! Бля, ну как же здесь Ангел умом сыграл? Типа там Тиван вчетвером пытаются сыграть, Дуда зонит просто Гума с Зиусом, его Гума особо не дамажит, Кирю шотнули. Фейкер отзонили, он даже в драку не зашел. Для контекста, кто не знает. Кто такой Сиви Макс? Сиви Макс — человек, который, по сути, вывел на чемпионат мира и выиграл CK с Чови, Вайпером, Лихенсом, Дарсоном, ну и Дораном, когда они только начинали, по сути, свою карьеру. Типа это чуть ли не там первый-второй год был почти для каждого. Вот со Ставом Гриффином, вот он долго работал с Чови, с Тарзаном, по сути он их сделал топ-игроками и Вайперы. И... вот они. И потом у него были Диарикс. Доран, Песик, Чови, Дефт, Керия. Когда Чови ушел в Диарикс, там же был Керия с Дефтом. Тоже молодой состав, и Керри, по сути, тоже у него начинал. Он, да, ну да, он, по сути, нашел Чови. То есть он прям, он специализируется, по сути, на молодых талантах и очень жестко их импрувит. Вот вам, пожалуйста, Липер, Ютубер, Бульдог, Дуду, Ангел и опытный Касс. Так, Бульдог. ТП идет сюда, дабл ТП, Бульдог, разворачивается KDF, Макай далеко, правда, больно очень Зиусу, Дуду не убьет никто. Идет ТП сюда, хорошая ульта, цепанули Липера, Бульдог пытается откайтить, Бульдога убьют, окей, хорошая драка для Тиван, 2 килла нашли, Макай здесь нету. Только сейчас подходит Каст, но Каст без корней. Фейкер даже стену. Дуду. Больно, Дуду, Дуду. Ну, когда тебя так много народу бьют, больно, все равно, Дуду. No way, Ксанте. Убили Ксанте, Ангел тоже мрет, KDF заливают, очень много золота. На Шора надо делать, Иван, ресет. Или что, не пойдут на Шора, просто дракона заберут? Мне кажется, можно было в на Шора попробовать бежать, хотя Касс может 50-50 флипнуть. Наверное, пасты. Ну, урона у них мало по на Шору. Но просто дракон, выигранная драка, но они просто сравнялись по золоту, третий дракон, душа им не... ну, это не win condition, душа.
Так, ну золото Ивен, три дракона у Тиван. Ангел, хук мимо. Фейкер ищет Чарм. По науту скинулись, хорошо шотнули. Есть ресет для Унера. Позэшн так проехали, хук мимо. Унеру больно. Керри выбивает флеш из Липера. Там пытаются сыграть по бульдогу. Ксанта в драке нет. Отличный ульт от Зиуса. Минус бульдог. Дальше. Показу. Касс пытается откаять, и через Старклюв у него есть флеш. Касс им флешивается, живет. Два убийства нашли для себя Тиван, но там фуловый Дуду они не могут на Шора делать. Дуду им не даст. Дуду им не даст на Шора этого делать. Дуду. Все, зачилочка нужна к вам, Донгам, зачилочка нужна. Они начинают жестко выбрасывать игру. Но Тиван хорошо затернули, просто на аутошотнули, так как и должен драфт их работать. Идет ТП сюда от Ксанте. Дуду приехал. Липер немножко отзонили. Дуду просто летит вперед, сломя голову. Ставится стена Липером. Пролетает мимо Фейкера. Фейкер ищет Липера. Фейкер подзастанился объежка. Чар мимо. Фейкер плохо. Фейкер вышел. Он отзонен, по сути. Липер там дерется с Фейкером. Фейкер убил Липера все-таки, но он лоу. Каза убили. Иван выигрывает файт. Хорошо, по корке доигрывают. Найсу. Дуду. Хоть какой-то размен находит, но тут уже быстро ресеты, тут пауэрспайки, тут три предмета у Тивана, у Калисты, у Ари, они здесь были явными фаворитами на драку, они забирают воздушную душу, они забирают на Шора. 8-2-2, Унер. Вовсе не Олежа. Так, ты один на топе вскроют, да? Кас. Кирия дает ультимейт. Чарм. Хорошо, Каза шотнут. Каза шотнули, цепанули Ксанте. Дуду. Погибает Дуду. Фейкер. Есть убийство. Что дальше? Т2? Да тут можно и сторону забрать, на самом деле. У них еще 50 секунд с бароном. Ну все, игра, походу, вообще закрылась. Им очень приятно было бы забрать сейчас сторону на топе, потому что тогда они будут все прикрывать вами на топе под Элдором. И Элдор просто легче сетапиться будет. Фейкер. Не пошло. Все, гипс сняли. Найс. Так, Элдор 30. Бульдог взял QSS от Чарма. У Липера хоть какая-то пенетра появилась, у Каза вообще все еще нету нормальных дефстатов. Зато Войд появился у Фейкера, зато Га появился у Онера, зато Шакрам, Аксиому, Гумы. Хук мимо. Керри, ульт, ой, бульдога нашли, там QSS, ой, Керри могут шотнуть, пока спасает Калиста, цепанули там в итоге Липера, Липет пытается откайтить, Фейкер, Чарм хороший, Липер убили, Керри в бэклайне, должны убивать, Керри пока выфлешивается, бульдог, куда ты вперед полетел-то, Виего, бульдог, ёптель-моптель. Ну все, ладно, Тиван заканчивает эту карту. Дуду, Дуду! США Зьюз, Дуду. Пытается выиграть время. Дофлешивается Фейкер, Дуду. 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 Чарм, окей. Там по миду идут. У Фейкера есть ТП. Фейкер ТП на мид дает. 30 секунд. 20 до Ангела. Закончит, наверное, да? 1-1. Бля, пока это лучшая серия, наверное, в этом году. Ну, за это лето. Вообще прям кайф. Я на таком напряжении, с таким интересом смотрю эти карты. Да, ты 4 падают, Тиван камбэкует. Тиван камбэкует, 1-1. Подзалили, конечно, Киде, подзалили. Погнали. Третья карта этой прекрасной серии. Молодежь под руководством Сиви Макса, Квантум Трикс против чемпионов мира действующих. Тиван. И у нас синяя сторона у Кидиев и красная сторона у Тиван. Первый раз на синий будет Кидиев играть в этой серии. Посмотрим, что по банам будет. Но Кидиев хотят ПП Тристану, я думаю. Ну, Алистар стопает левый драфт более-менее. Хоть какой-то дизенгейдж как-то подстопает. Раканчик. Раканчик тоже как утилити здесь норм, но Алистар, наверное, поприятнее. Под ульту CG тоже фуллап, ракан скишовый слишком. Блин, крутой драфт Кидиев, мне нравится.
них хороший матчап на топе, хороший матчап на миде в теории, может быть, посмотрим, как Бульдог отыграет этот матчап. Бот, я думаю, тоже у них выигрывает в Верли, по крайней мере. Проактивный джанглер. Но Зери Момент, куча фронтлейна, надо дефать Гуму. Очень сильная игра от Гумы зависит это. Это игра на Гуме, и на то, как его будут дефать. 9 минут, ничего не происходит, дракон отжали Тиван. Одну личинку не успел забрать. Пока ребята просто в основном выфармливают свои слоты. Оба тимфайта в принципе хотят играть там, да, больше от Кайси Зери, которым и там и нужны. Опа, Зусик, США, ультимейт. Вот оно. Дуду, на развороте. Больно Зиусу. Ой, поддоджил, ой, Дуду. А тут приходит Вай, и под турет слышает онер. Еще ешечка Дьюса. Касс умрет. Один в одного затрейдились все-таки. Ебать, Дуду разыграл. Флеш шикарный был от ульты Сиджуани. Под сайдстепл. Умничка, Дуду, ВПМ. Из такой ситуации вылез. Так, Кирия. Липер на развороте, там ТП в спину идет, от фейкер летит, по липеру будет играть. Липер должен умирать от фейкера. Хороший ТП от фейкера. Кирия дальше, США. Но капа Ангелу. На развороте пытается сыграть вместе с Казом. Там идет телепорт от Йона. Йона собьет на миде в итоге онер. И Каз умрет, и он выигрывает файт. Очень сильно убийство для Гумы. Бульдог. Бульдог США. Он разбил очень важный телепорт Бульдога. Почему так поздно вообще Бульдог ТП-то давал? Может, ТП не было вообще? Так, 1500 преимущество Тиван. Заходим потихонечку. На Герольда Кидев. Ульта мимо Тонера. Ангела подзонили. Ультимейты есть. Кидев могут попробовать поискать файт. Тиван с... без фейкера. Фейкер без телепорта, так же, как и Бульдог. Герольда смайтит Тонер. Кидев файтить не хотят. Хотя, мне кажется, можно было пофайтить, пока тут... нет корки Йона. Хотя там еще нет остата первого Дуду, все еще нет Леандри. 2к... ну, 2к не так много. Пока еще Кидев винабл может быть для них. Но, конечно, да, сейчас Сиван начнут... начнут собирать сок с карты. Герольд ставится на мид, мид вышку заберут. Могут еще и даже в Т2 попробовать пойти. По личинкам 2-1 так и осталось. Да, Т2 забирает Онер. Липер минус Клинс. Бульдог забирает вышку на боте. Мувается сюда Рамбл. Керия пытается выехать на Герольде. Керия вышел. Так, Бульдог. Вышку успеет забрать? Фейкер улетел. Вышку не успел забрать Бульдог. Ульта мимо от Ангела по Керии. По Онеру Куз тоже не попал. Пошел ультимейт от Гумы. Хороший комбат Керри. Слыша, красота. Липер умер. И Ангелу больно. Там цепанули еще и Рамбла. Рамбл флешаут. Ангел должен умирать. Стан от Онера. Да, еще два биса для Тиван. Касс пытается выйти. Касс выйдет. Зиус, будет чистить Дуду? Хорошо сайдстеп из Зиус, но тут шишка большая есть у Дуду. Дуду вышел. Бульдог в итоге... даже вышку на боте не забирает. Пытается трапнуть фейкера, но здесь рядом Керия будет. Чекает фейкер, находит Бульдога. Подходит Керия, Бульдог понимает, что у него проблемки. Пытается просто уловить, но здесь фейкер 1-1 выигрывает. Ультаут? О, Бульдог. Красивый побег. Хорош. Но он 1-1 проигрывал тут. Получается, Кидев чокнули середины второй карты. Но я бы сказал, что в середине второй карты, да, не залили жестко. Зиус, кстати, 1-1, походу, не, вышел на Ешке. В середине второй карты, ну, Кидев реально залили сами 4-5. Третью карту Тиман просто играет лучше с телепортом фейкера на бот и так далее. Тиман просто переигрывает тут. Так, 6 кадрейк. ТП идет сюда Дуду. Ой, хороший терн по Дуду. Дуду шотнули. Нашли телепорт, пытаются добрать хотя бы дракона здесь Кидев. Ульта в Зиуса отказа, но хотя бы дракона смайтит. Каз там разворачивается по Гуме. Гума перефлешивает, Бульдог много урона выдает, но не хватает. Дэмэджа Липер, стопнули Липера, минус 4. Но на Шора еще на карте нет. 4-0-5 Зери, 4-0-3 Корки, 5000 золота преимущество Тиван.
Там им еще скелится и скелится. Липеру. Тут только если KDF смогут как-то еще за 20 минут ближайших не проиграть, и Липер выйдет там в 4 слота, я думаю. Так, Керри поймали, погодите, Керри умер. Ну, вообще, можно попробовать на Шора начать KDF, и если найти файт для себя, да-да-да, такого шанса может и не быть больше, без Алистара, Тиван. Там, правда, Рамбл немножко подзоненный, но урон есть по на Шору. С Йоны с Кайсой. Ангела видят. Ангел пытается затернить, Бульдог. Ингейдж пока не находит, играет по Онеру. О, шотнулся просто, шотнулся Кассич, там еще и ультимейтом Скарнера, Липера затягивают, Липер флешал. Плохо. Касс в итоге с ультой. Бульдог с ультой. Отвратительно. Затернули еще и по Сиджуани. Фейкер? Оооо. Хорошо, фейкер. ВП. Так, Липер пытается забрать вышку на топе. Тут подходит к нему Касс, подходит Ангел. Да вообще, это вейва толком нету. Следующий вейв пока подойдет. У них там что-то 3 на медиа упадет. Что-то долго. Ну да. И Т2 на боте скоро будет падать. Вы хотите дайвить Зиуса? Так, кто победит, Скарнер или 4, 4 персонажа? Ульта в троих, неплохо, врыгал время Зиус. Окей, забрали его, прилетает Фейкер. А нахуя ты прилетел? Они пытаются эндить, сюда идет ТП от Бульдога. Ой, от Дуду, Дуду? Одно ХП прилетел Дуду. Так, ну, Тиван вышли. Касс остается на вышку на топе забрать турет. Задефались KDF. Фейкер мог просто по миду пойти с командой, и они, возможно, бы и закончили. Так. Что, Тиван, будут пытаться заходить на сторону? Ну, вообще, вейв-клира мало у KDF. Фейкер там по чуть-чуть тыкает по турету. Но через Карнера и Сиджо, я не знаю, как KDF заингейджить можно. Оп, развернулись по Рамблу, хорошо, Дуда флешаут, ой. Там по Гуме сыграл Ангел, эквалайзер хорошо, и Касс по Гуме играет. И полетела Кайса, Гума выходит на Ешки, а здесь ульта Йоны, господи боже мой, Гума. Как долго он жил, сейчас еще и Фейкер умрет, подождите. Фейкер, окей, Фейкер просто двоих лопнул. Фейкер, да еле Фейкера хотя бы. Касс там сражается, бравый солдат, но погибает тоже Ангел. И Ангел, к сожалению, тоже должен здесь погибнуть. Выживает только Дуду. Но съели стрик с Кайса, съели стрик с Дерри, съели стрик с Корки. И киллы кто получил? Там Липер получил один стрик. И Дуду, да, килл получил с Корки. Преимущество в целом, как будто даже сократил чуть-чуть. Так, Онер. Ой, комба хорошая от Керри в бэклайне. Эквалайзер выбери. Зиус, флэш ульт, поймал Липера за бедра. Хорошо, Бульдог умер, ГГ. ГГ, 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 ГГ. ГГ. Ну вот это хорошая карта, кстати, от Зиуса была. Он постоянно ульты важные находил. Постоянно хорошие ульты были. GG. Тион выигрывает. 2-0 недели против Дипласта в KDF. Супер важная. Супер важная неделя. Confidence boost. Если еще первая серия с Дипластами была какая-то пивная, все равно, типа, кривая какая-то, косая, непонятная, то вот здесь... гораздо лучше было. В первой карте уверенный Орли, но их просто перескейлили. Во второй, ну там больше KDF подзалили, конечно, там 4-5 на 5, когда дрались, да. Но типа anyway, good, все зреализовали. Третья, стомп. Ну не стомп, но прям уверенная победа на классе в третьей. Первый KDF лучше играли. Ну в целом да, в целом да. Но третья прям уверенная победа, Тиван. Что важно тоже, то что Тиван обыграли Дипласов, которые шли 2-0. Тиван обыграли KDF, которые шли 3-0. По первому лузику нанесли этим ребятам.